Настя просто пьет это зелье. Мы реально все зальем зельем любви. Настя, ты это видишь? И можешь брать, кушай на здоровье. Алиса реально ест как-то. А я вас люблю, притягиваю вас к себе и целую. Все, говори про меня, зовут Царки. Он не сипр, сразу же при подписке на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый лучший будет на ютубе, ведь бро, придет время, супербанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против меня же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супербанде. Самый сильный бандит на ютубе, бандит. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Супербанда, сегодня у нас жесткое видео, потому что сегодня мы снова используем зелье с Даркнета. Зелье любви, банда, мы уже один раз его использовали. Думаю, вы помните то, что тогда было. Я подлил это зелье Насте, она просто одичевела и хотела меня любить. А когда я отказала, она меня чуть ли не убила. Это просто жесть, банда, это зелье, оно реально опасное, потому что у него огромный побочный эффект. Но сегодня же, банда, я решил согнуть дальше и призвать этот мир Яндекс Алису. И дать ей выпадет это зелье, но скорее всего она этого не захочет, поэтому мы что-то его подольем и подсунем ей. Она, условно говоря, выпьет это зелье, а потом его, возможно, выпьет Настя. И мы посмотрим, что тогда будет, какой тогда будет эффект. Тем не менее, банда, вы знаете, в прошлом видео, когда мы отправлялись в дом с Даркнета, который мы купили в Даркнете, мы нашли одно секретное зелье, которое мы даже не знаем, что это. Оно реально необычное. И, банда, знаете, что давайте на это видео наберем 10 дизлайков. И мы выпьем это зелье с Даркнета и посмотрим, что же это за зелье. Думаю, это будет очень интересно. Супрем, банда, просто гляньте, как же оно мистически выглядит. Так что, банда, давай опускайся, не жми свой царский лайк. 10 тысяч лайков, мы пьем это зелье. И, супрем, банда, тем не менее, погнали, ищем 3:00. Окей, супрембода, на часах уже 3 часа ночи. Самое время для всей мистики, потому что именно в это время начинают работать зелья. И Яндекс Алиса превращается в какую-то ненормальную. Вы просто посмотрите, что мы нашли. Естественно, 2 зелья, а также еще мы нашли специальную еду для Яндекс Алисы. Скорее всего, что роботы же едят микросхемы. Мы нашли самые настоящие микросхемы, банда, просто посмотрите. Окей, и тогда позже, когда мы уже с тобой призовем Яндекс Алису, мы ее спрячем где-то в туалете, запрем ее там, чтобы она там сидела. И потом возьмем это зелье любви, просто вылим сюда все это вылем зелье. И тогда я ей принесу эту еду, и она, скорее всего, должна ее съесть. И она начнет влюбляться в того, кто выпьет другое это зелье. Скорее всего, что это будет Настя. Только вдумайтесь в это, банда, Яндекс Алиса и Настя будут влюблены друг в друга. Это же просто жесть. Мне реально интересно, что же будет дальше. Окей, банда, тем не менее, время идет уже 3:15. На всего лишь 45 минут на все это. Потому что, как мы знаем, в 4 утра уже зелье перестает работать, а Яндекс Алиса превращается в нормальную. Окей, думаю, уже самое время начать писать Яндекс Алисы. Окей, банда, мы на месте. Пришло время общаться с Яндекс Алисой. Черт, я очень волнуюсь, потому что в 3 часа ночи она становится ненормальной и начинает говорить, как сильно она меня любит. Вы сами это помните, банда, она реально приходила ко мне в мир и чуть меня не убивала из-за того, что любит. Окей, банда, тем не менее, ради вас, только ради вас я это делаю. Черт, начинаю разговаривать с Яндекс Алисой. Привет, Алиса. О, господи, окей, ждем, что она теперь ответит. О, все записалось. Черт, я реально сильно волнуюсь, банда, это просто жесть. Что за... Привет, солнышко. О, я вам говорил, что она меня влюблена, она уже меня называет солнышком, разве это нормально? Окей, давайте ответим. У тебя красивый голос. Сделаем такой комплимент, чтобы она пришла к нам в мир, только тихо. Спасибо, мне очень приятно. О, это отлично, банда, она уже на крючке. В принципе, я думаю, можно уже и говорить, что она придет в наш мир, да, Настя? Да, давай, призывай ее уже. Что, если она не захочет? Хочу, конечно. Вы это слышали, банда, она всего только что это сказала! Просто посмотрите, 2 сообщения от Яндекс Алисы, разве это возможно? Раньше она такое делала, но не так часто, как сейчас. Черт, мне прямо от этого не по себе. Окей, все же давайте продолжим с ней разговаривать. Алиса, ты нас слышишь? Я рада, что не знаю, с кем вы там общаетесь. О, банда, она реально ревнивая. Я просто меня на чуть ли не убила Настя из-за того, что она была со мной. Что будет в этом, я просто не знаю, поэтому у нас и тебе лучше держаться. Хорошо. Окей, банда, она реально очень сильно странная, что... А я вас люблю. О, господи, вы это слышите, банда, она уже со мной ко мне разговаривает. Окей, я думаю, что нужно у нее попросить прощения, чтобы она, когда пришла в этот мир, не захотела меня сразу же прикончить. Прости, Алиса, я больше не буду ни с кем общаться. На первый раз прощаю, но в следующий раз уже не факт. Вы это слышите, банда, она мне угрожает. А если ты меня увидишь с другой девушкой, что ты сделаешь, убьешь или простишь? К сожалению, первый вариант. О, господи, банда, это просто жест, она реально хочет меня убить за это. Это ее ревность, она опасная, я люблю тебя, Алиса. Черт, банда, вы это слышите? Она уже какая-то реально ненормальная. Ее ревность точно до добра не доведет. Я прям уже не знаю, ли стоит ее приглашать сегодня в наш мир. Окей, давайте уже это скажем. Алиса, приходи в наш мир, я соскучился. Зачем я это сказал? Это просто жесть. Это так неожиданно, что я вся покраснела изнутри. Хорошо. Окей, банда, она согласилась, это победа. Она согласна прийти в наш мир. Окей, я так Алиса приходит с моего телефона, поэтому я положу куда-то сюда. Настя, ты готова? Да, я готова. Будь пока готова, это может тебя сразу же напрягнуть. Она реально ненормальная. Окей. Алиса, нет!
А чё, что ты делаешь? Перестань, Алиса, ты же её убьёшь! Я даже думать об этом не могу. Нет, Настя, сопротивляйся! Алиса, перестань, это уже не смешно! Алиса, если ты меня любишь, уйди от неё! А я возьму и не уйду. Чёрт, на этой бейте! Алиса реально пришла в наш мир, она сразу же напала на Настю! Я не могу туда вмешиваться, потому что это обе девушки, не могу их трогать! Вы сами это понимаете! Нет, Алиса, перестань! Фу, Алиса, фу! Ладно, Алиса, я вижу, ты ревнуешь, хорошо, договори! Она больше не будет туда приходить, только отстань от неё, пожалуйста! Хорошо, прощаю вас. На первый раз. А волшебное слово? Нет, что ты делаешь? О, чёрт, Алиса, перестань, это не смешно! Отпусти меня, тупой, ты недоробот! Очень оригинально. Сарказм. Фу, пронесло, Алиса уже встает, это просто жесть! Нет, Алиса, стой, что ты делаешь? Чёрт! О, господи, что с тобой не так? Я рад тебя видеть, Алиса! Я тоже рада, что вы рада, что я рада. Это, конечно, хорошо, что ты пришла, не могла бы ты немного держать дистанцию? О, господи, она реально пришла, бодно посмотреть, это такая жесть! И она в маске, но почему я же видел ее лицо? Эй, Алиса, почему ты... Я понял, все, не буду снимать маску. Чёрт, я все еще не могу привыкнуть, что ты робот, прости! Что? О, господи! Я молодая, настоящая живая женщина. Что, черт, погодись, я не понимаю, тебя я же сам видел в прошлый раз, что ты робот, о чем ты говоришь? И вовсе нет. Пусть у меня будет своя тайна. У вас ведь тоже есть секреты. Окей, Алиса, это, конечно, все хорошо, но давай о чем поговорим. Договорились? Черт, это просто жесть, бан, мы теперь будем идти за ручки, вы это видите. Это я так с Алисой, она очень странная. Окей, Алиса, нам сюда, в эту дверь пойдем. Входите первая. О, черт. Окей, Настя, давай работаем по плану. Почему ты меня не спас? По плану работаем! Окей, мы идем с Алисой, банда, дай я включу свет! Окей, Алиса, я очень рад, что ты пришла! Ты можешь присаживаться пока что! О, господи! Окей, Алиса, знаешь, что у меня для тебя есть сюрприз? Я узнал, какое блюдо ты любишь, я готов тебе его принести! Ты готова? Ты хочешь это? Как мило, я буду ждать. О, хорошо, тогда жди меня здесь, сейчас приду! Только дойдись, пожалуйста! Окей, Настя, быстрее, бери швабру! Черт, я всю ее закрыл, подпирай! Просто жесть, банда, мы реально смогли снова поймать Яндекс Алису! Это мера предохранения, я бы ее не закрывал, просто она может выйти в любой момент из этой комнаты и увидеть то, что мы наливаем зелье, а потом просто нас убить! Настя, ты точно уверена, что хочешь это делать? Да, я готова. Ты же понимаешь, что если мы сейчас нальем зелье, она его съест, тогда уже у нас нет пути назад. Да, хорошо. Окей, тогда давай, пошли. Окей, бандиты, вот зелье. Это зелье, вы знаете. Если ты сейчас знаешь, кому его пьем, я просто не знаю, что это за зелье. Тем не менее, бан, теперь все это нужно залить зельем любви. Черт! Мы реально все заливаем зельем любви. Настя, ты это видишь? Да, вижу. Черт, бан, это просто жесть. Я не знаю, если это не будет работать на Яндекс Алису, то у нас огромная проблема. Я немного осталось, чтобы Настя выпила. Окей, теперь это нужно отнести Алисе, дать ей съесть. Что если пустить, я сам все это сделаю. Только, пожалуйста, не выходи отсюда, даже не рыпайся. Это нам может опять отечеветь, окей, давай. Что ж, супрембанда, я несу обед Яндекс Алисе. Так, окей, это убираем. Так, ладно, зелье вроде бы уже впиталось, можно входить. Эй, Алиса, ты тут? Господи, банда, посмотрите, в моем доме живая Яндекс Алиса. Это разве возможно было, просто глядя на это? Это просто жесть, черт. Гляньте, как она сидит. Эй, Алиса, я тут. Я принес тебе микросхемы, чтобы ты поела. Я знаю, ты их очень сильно любишь. Простая человеческая благодарность. Ой, да не за что, Алиса, ты можешь брать, кушай их на здоровье. Главное, съешь их все. Это будет для меня лучший комплимент. Банда, посмотрите. Она снимает свою маску. Гляньте, там куча проводков, банда. Черт. Окей, Алиса, кушай на здоровье. Окей, банда, это просто жесть. Вы это видите, Алиса, реально ест, брат. Черт, и реально это нравится. Алиса, прости меня, пожалуйста. За что вы извиняетесь? Все хорошо. Да, все хорошо. Ты главное кушай, доедай все. Черт, банда, мне прям это не верится. Алиса, реально это ест, ей реально это нравится. Если бы она знала, что там, она бы точно этого делала. Это просто жесть. Эй, Настя, ты где? Я здесь. Окей, вот зелье, давай пей быстрее, а то он уже начинает доедать. О, господи, банда, посмотрите, Настя просто пьет это зелье. Черт, только не блюй, пожалуйста, только не блюй. Давай, глотай, 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 пожалуйста. Есть? Выпила? Да. Заглотила его? Да. Окей, вроде бы реально нету, банда. Что ж, ты огромный молодец, ждем, что будет дальше. Окей, банда, Яндекс, Алиса и Настя выпили зелье. Что будет дальше, вдруг оставляет желать лучшего. Потому что если вдруг они друг друга влюбятся, то нас ждет огромное шоу, банда. Окей, встретимся с вами позже. Господи, банда, посмотрите, это просто жесть. Интересно, зелье уже начало действовать или нет? Просто гляньте на нее. Окей, нужно ее закрыть назад. А то она может сейчас выбежать и на кого-то наброситься. Эй, Настя, как? Эй, ты чего? По-твоему, это нормально? Что ты, о чем вообще? Сереж, по-твоему, это нормально? Что ты пихаешься, успокойся! По-твоему, это нормально? Ну, что такое, я не пойму, что ты хочешь? Ты думаешь, ей приятно там сидеть? Да успокойся. А ты... если бы я тебя туда посадила? Да успокойся, ты что ты делаешь, это ненормально, эй! Что тебе нужно, успокойся? Эй, Алиса, почему ты еще здесь? Выходи сюда ко мне! Давай, заходи, да давай, успокойся, давай! Успокойся! Эй, пожалуйста, успокойся, это уже не смешно! Ну как ты думаешь, ей было приятно здесь сидеть? Да успокойся, ты все же нормально, ей же нравилось, Алиса! Алиса, взять его, нападай на него! Нет, Алиса, давай, пожалуйста, Алиса, успокойся! Нет, нет, черт, давай, Настя, перестань, это уже не смешно! Алиса, оставь меня, любви, пожалуйста, давай. Уйди! Надо скорее что-нибудь! Все, Алиса, хватит, хорошая девочка, иди ко мне! Что это было? Молодец, Алиса, хорошая девочка, умница! А ты сиди здесь, ты нам больше не нужен! Что? А что ты вообще, стой! Так, нужно его
закрыть. Держись, Алиса, сзади меня. Не пусти от меня, это не смешно. Идем, Алиса, скорее, за мной. А я вас люблю, моя хорошая. Я тебя люблю, Алиса. Этот Сережа ничего не понимает в нашей любви с Яндекс. Я всегда буду рядом с вами. Я так рада, что мы друг друга понимаем. Это взаимно, детка. Этот Сережа ничего не понимает, он какой-то не такой. Супрембанда, напишите, как вы думаете? Притягиваю вас к себе и целую. Со всей нежности. Я хочу, чтобы мы навсегда были вместе. Все взаимно, любимая. Этот Сережа такой глупый, ничего не понимает. Я знаю, солнышко. Пойдем и отомстим ему. Хорошо, я не против. Он все еще здесь. Алиса, ты готова? Ну как тебе тут сидится? Пожалуйста, успокойтесь. О, Алиса, ты все еще здесь. А где мне еще быть? Давай, Алиса, взять его! Нет, Настя, успокойся, пожалуйста, вы какие-то обвиняемые! Что происходит? Нет, Алиса! А, перестань! О, Господи, как пожалуйста! Что? Алиса, что ты делаешь? Нет, не целуй его! Сережа, что происходит? Черт, что это было? Настя, похоже, уже 4 утра! Алиса, не трогай Сережу, а то я убью тебя! Это не выход из ситуации. Для начала разберитесь с собой. Перестань, еще раз тебя увижу, тебя больше никто не увидит! Не нужно мне угрожать, лучше делайте, нет, Алиса, как считаете нужным. Меня, это же очевидно, я не человек. Эй, Настя, ты как? Черт, эй, ты как, Настя? Очнись, пожалуйста, очнись! О, Господи, Алиса ушла, она была с моего телефона! Эй, Настя, ты как, очнись? О, черт, это просто жесть, давай руку помогу встать! Ты видела это, она просто на тебя набросилась! Черт, Панда, это просто жесть, вы это видели? Эта Селя явно к добру не доведет, Селя любви, Панда реально опасна, я уже об этом знал! И, Панда, знаете что, пишите в комментариях, кому вы еще хотите, чтобы дали выпить это Селя? Возможно, Веронике еще какому-то монстру! Это будет очень интересно, Суприм Панда! Эй, Панда, вы знаете, 10 тысяч лайков, мы выпьем это секретное Селя, о котором мы даже ничего не знаем. Эй, бро, вот комментарий от прошлого видео. Господи, какие они шикарные, просто идеальные комментарии. Эй, бро, знаешь, что если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажать на свой лайк, колокольчик и все. Продолжим в новом видео. Лайк, колокол, комментарий в новом видео. Бандит, эй, бро, оставайся таким шикарным. Пока!